Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек, продолжаем проходить Южный парк, часть 2. И я подумал, что этому городу нужен новый герой. И теперь я здесь, и меня зовут Блэкмен. Погнали к Картману. В общем, я смог найти еще одну кошку. А, что я еще успел сделать? Да и, в общем-то, все, просто походил маленько, еще подрался и вот поменял себе костюм. То есть мне дали какой-то новый прикольный костюм, он, типа, ну, бэтменский костюм, 100%, поэтому я решил походить в нем. А то я вообще нифига не как супергерой ходил до этого. Так, вход. No. Девушкам воспрещен. Allowed. Okay, here's party pants now. Come join us. Картман. I thought feminine-looking guys went out of style in the 80s, but the new kid's pulling it off. Coon friends, these are dark times. We now know for a fact that Scrambles the Missing Cat is part of a larger conspiracy. We also know that the fucking Freedom Pals have more information about this conspiracy than we do. Fact. Maybe we should just face it, guys. Maybe Freedom Pals have a better super franchise than we do. Hey, that's no way to talk, Mosquito! The only reason that Freedom Pals are ahead of us right now is because they're butt-fucking cheaters who sold out! Yeah, but Freedom Pals have Dr. Timothy and he can read people's minds and bend reality. Yeah, because he just said that. When we made up our superpowers, he was like, well, I have every power to do fucking everything. You think that's fair? It's time for us to be as dirty as them. We have to know what the Freedom Pals know. How are we ever gonna get the help of the Freedom Pals? We send a spy. Someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. Кто бы это мог быть? Hope the new kid is good at bullshitting. You'll never get past the security grids. They change it every day. I can get the new kid inside. I've got hacking abilities, remember? Cause I'm a gadgeteer class with the tinkering ability. No dice, Chaos. Хаос будет взламывать все эти гаражи. Alright, fine. Get the new kid inside Freedom Pals base. Okay. And if he tries anything funny, kill him. Окей. Так, ну, теперь получается у нас... Кстати, можно откупиться от бандитов. О, по-моему, у меня... По-моему, у меня не было этих рецептов еще, да. Можно, короче, откупиться от бандитов. Но проблема в том, что 5000, во-первых, хрен заработаешь. Но даже если ты там, типа, как, каким-то образом соберешь, либо там на ПК люди могут начитерить. А я играю на PlayStation, вот. И если ты при первой встрече им платишь 5000, они тебе просто, короче, говорят, ну, типа, спасибо, мы только в этот раз не будем на тебя нападать, и... а в остальные будем на тебя нападать, поэтому... Как я понял, при первой встрече лучше им не платить, а лучше прийти потом в Ганьванчи и заплатить 5000. Но все равно это очень много. А чтобы сделать с ним селфи, нужно заплатить ему 5 косарей. Я не знаю, как я должен столько денег накопить. Понятия не имею, но... Может, получится. Черт его знает. Так, мне, кстати, нужен скотч. Для многих вещей, которые я делал. Мне нужен скотч. Да, я, кстати, еще один артефакт надел. И теперь у меня прям вообще красивая циферка. Так что я ее, пожалуй, оставлю. Так, чего старейшину можно сделать? Колесо бешенства. Вот я две штуки поставил по 95. Так, оракул ненормальных у меня не было. А с хироглифы, вот был бы 5 уровень, я бы сделал легко. Косметические глаза, по-моему, не было. Я сейчас все сделаю, пока ресурсы есть. Ну, то, что я хотя бы не помню, что мне... А, мне нужно 20 отходов, нифига себе, как много это тратит. Так, ну вроде все остальное я уже делал. Так, давайте смотреть по артефактам. Но там сила-то все равно 95, то есть можно просто именно эту лапку заменить на... Что-то, что дает другие эти. Бонус к исцелению. Вот восстановление здоровья, кстати. Вот это то, что нам нужно. Хотя, ну блин, 18% от урона, который мне нанесут. Вполне неплохо, как мне кажется. Так, полное исцеление. Урон удар сбрасывает 201. Просто забей. Урон действия эффекта. 10% от огня или этого. Кстати, было бы неплохо, на самом деле. Но всего 10, было бы 20, я бы поставил.
там урон с отбрасыванием убавляется аж на 40%, но это все равно 100, блин, 50 будет с копейками. Так что... There's nothing wrong with a boy being feminine, new kid. Be true to yourself. Ага. Ну то есть все, теперь Баттерс будет... Я смогу его вызывать, да? После этого мне нужно будет еще раз весь город обойти. Я обошел, кстати, всех торговцев. Там, где появились новые артефакты, я их купил. Блэкмэн. Вот, и... Куда нам нужно отправляться? Встретиться с профессором Хаусом в доме Баттерса. Странно, что с профессором Хаусом встречаемся в доме Баттерса. You're about to enter the chamber of chaos, new kid. There's no way to unsee the horrors within. Okay. We haven't cleaned up for a while, so watch where you're stepping. Тут же закрыто было, точно. No, no, that's not it. What's this? No, no. Oh, here we go. My minion. Hey, little bud, are you ready to go hack some control panels? All right, let's get to Freedom Pals base. Ah! Where have you been, mister? Oh, hey, Dad. I just been hanging out with my new friend and You didn't come home last night, Butters. Your mom and I were worried sick. We could barely enjoy the movie we were watching. I'm sorry, Dad. I just my new friend and I really mean that. Sorry's not gonna cut it, mister. And you, what's your name? You gotta say something. You don't understand. I asked you a question. Who are you? Please, please don't do this. That does it. Butters, you are grounded. And so is your smart-ass little friend. And so, Professor Chaos was locked away forever in maximum security. Не драматизируй, Профессор Хаос. Фигурка. Look, well, песня Картмана была еще с первых сезонов под эту мелодию. Но она и так-то популярна. And so is my new friend, or I'm grounded. I'm grounded. Я думал, он будет дальше. Я думал, типа, в кустах сижу, мороженое давлю для всех друзей, особенно Кенни. Так, подожди, мы еще не выбираемся из комнаты. У нас еще есть дела. Приспешник. Так, фольга ракетного корабля, ну это легко. Стоп, это нелегко, мне придется на кровать еще подниматься. Это странно, что у него в комнате больше ничего нет. Из того, что можно было бы собрать. Аэрофольга. Так, изготовь. Давайте. Сюжетное. Летучий приспешник. Я, кстати, шоколадный мимбери-то хотел сделать, но у меня нет ингредиентов. Я пока даже не знаю, где их можно найти. Причем оно даже не переведено на русский язык. И с Морганом Фрименом, блин, можно драться только когда ты белый. А я ж типа стал черным. Черным русским, поэтому. Эх, не судьба, видимо. Не судьба. Спеки с дома. No use, new kid. When I'm grounded, there's no escape. Hey, what'd you make that for, new kid? Ну, подумай, блин. What do you think we should do? Ну вот же, ну. Oh, geez, new kid. My dad's gonna be extra steamed if he knows you're busting up the house. Ну тебя ж накажут, не меня. Вот, наконец-то, приспешник. What are you doing, new kid? Так работает моя суперсила. Не задавай вопросы. Geez, new kid, I don't know. Well, all right, but be careful with him. Lemmy Vince. Я думал, мы его там, типа, Баттерс поднесет его рукой наверх или что-то того. Это напомнило мне Леви Винкси и его подвиги, когда он выбирался из задницы Парисхилтона.
Так, дайте я еще раз прочитаю. Может, это что-то не заметил, например. Нет, я тут сидел. Ну, а в комнате Баттерса и... But that's impossible. I grounded you. How could you be here right now? It wasn't me, Dad. It was a new kid. You have some kind of ability to unground people? Да. Whoever you touch becomes ungrounded, is that it? Your evil magic is not welcome here, Darkling. Батя Паттерсон. Блин, он реально сумасшедший. Погнали. Союзники не могут вступить в бой, пока не будет отменено их наказание. Ага, снять домашний арест — моя способность. Супер крутая. Так, ну давайте с Баттерсом снимем, позырим, что он может делать. Hey, you're supposed to stay grounded. The longer this takes, the more years I'm going to ground you. Так, что он умеет? Твой враг в замешательство вызывает у него шок. Высота молнии концентрированного хаоса. Ну-ка. Pretty shocking, huh, Dad? Butters, you're wasting electricity. Oh yeah, I guess so. Now that's some discipline. Не, 22 нормально. От 120. I'm gonna ground that ungroundable kid, even if I have to ground everybody. I'm sure I'm sorry about this, fellas. Ах, еще надо было фейстик нажать. Tell them what you're made of, butthole. Так, давайте я его, короче, заморожу, чтобы он нас не наказывал. И на следующий ход еще кого-нибудь разнакажу. Dang it. The new kid can't be grounded. It's like a miracle, you guys. God damn it! What the hell? I swear I was just. Now, if I hurt you, Dad, it's Professor Chaos doing it, not your son. Now. You've got a lot of nerve, kid. I'm counting on you, partner. Давай, Скотт Малкинсон. Captain Diabetes is no longer grounded. Hey, you're supposed to stay grounded. Слушайте, а он и так же должен разваливать, да? Давай. И пока батя будет бить тебя, а ты почитал, это вообще easy way. My hammer is ready to bring chaos to all who defy me. Давай. Сейчас посмотрим на его способность. Кстати, он же так в 8 сезоне, в первой серии, в аниме эпизоде выглядел. Now go to your room, Butters. We are. I just want to see how this plays out. Ага, то есть у меня всегда будет к этому иммунитет. Я понял. Почему два хода подряд ходит, алло? Три хода подряд. А, ну видимо за Картмана, за... Скотта Малкинсон. Давай, карта. Ты не наказан. Hell yeah, I'm ungrounded. Hey, you're supposed to stay grounded. I have a really good feeling about this, guys. Так. По-моему, у него есть вот эта вот атака, которая по диагонали. This might sting. А его перекинет сюда. Так. У нас с отбрасыванием урон должен быть хорошим. Oh, you little bastard! You're grounded! I guess I earned that. Yeah! That's some good corporal punishment. Here comes a grounding! Ah, hamburgers! Now you're gonna get it. Ну что, Баттерса, наверное, снова или что? Может, лучше по бате ударить? Давайте Баттерса разнакажем. Hey, you're supposed to stay grounded. It's time to unleash my greatest weapon, the hammer of chaos. More chaos!
Не-не-не, супер способность, наверное, у Картмана используем. Хотя она у нее не такая сильная. Лучше кровотечение нафигачь, я как раз 10% поставил. А нет, я же не поставил. Но он должен умереть. Давайте подбежим, короче, лупанем его. По-быстрому. Так с этой стороны. Ну. Сериваем. Ну, ребят, он умер, а как получилось, не знаю. Упал, отжался. Так, это мужское белье за 1979 год. Блин, ну батя же у него такой стрёмный чел. Ходил, когда по кинотеатрам фильмы смотрел, вместо того, что маме подарок выбирать. Всякие разные. Ну как фильмы. Ну как кинотеатры. We must go now and infiltrate the Freedom Pals base. Meet me outside the Freedom Pals school for the gifted intelligent. Так, отлично. У меня есть теперь профессор Хаус. Кстати, у него довольно неплохие атаки. Может быть, Крейг заменить или Малкинсон. Но на самом деле, блин, мне пока что все нравятся, кто у меня в третий. Так, дом Токена. К дому Токена тогда рванули. По доп. Сюжету я сейчас пока никуда не могу продвинуться. И вроде как у меня квест только у Элла Гомосека, квест у отца Крейга, но это надо его еще искать. И вот этот квест, типа вот три квеста, которые я пока не могу быстро завершить, и нужно искать где-то. Но мне кажется, что лучше вообще всю игру пройти там, может, до финальной миссии, и потом уже, когда у меня будут все способности, открывать всякие эти гаражи и прочее. Да пошли, пошли, Джимми, блин. Там наверняка как раз за закрытыми дверьми, где можно все сломать. Оставшиеся эти будут. You made it. Да. Here it is. Freedom Pal School for the gifted and talented. То есть они используют дом Токена в качестве дома людей X. This way, do-gooder. Я тут точно все собирал. Да, вот тут же была дверь-то закрыта. Идеально. Gee whiz, would you look at this? Well, now this is a superhero base. Holy smokes, they got a training room and computers and lights. And... Well, this beats the crap out of Coon's base, huh, new kid? Gee, I can play here every day. What are you doing here? Oh, hey, hey, Mysterion. Well, we were just hoping to speak with Dr. Timothy. Why? The new kid wants to switch franchises and I told him I'd help. Hey, new kid, thought you might end up here. They're here to spy on what Timothy is working on. I say we rip him to shreds. Calm down, everyone. Let's hear what they have to say. Oh God, Timmy. It's him. This is a fairly shocking change of heart for you, Professor. You really wish to help the new kids switch franchises? Well, yeah. You know, we just thought that, you know, your franchise seems a lot more open and progressive. But, you know, we just thought he should switch because Coon and Friends kind of isn't going anywhere. Oh God, see, the new kid came to me and said, how do I quit Coon and Friends? And since I hate Coon and Friends, I decided to help him out. You get anything? The aluminum foil on his helmet seems to be blocking my abilities. Don't trust them, Doc. They can't see what you've been working on out there. What if the new kid really wants to switch? We can see if the new kid's intentions are pure. We're sending Tupperware on a very important mission today. You can help him with that mission. I don't need backup, especially not a noob. Easy, Tup. Remember the Freedom Pals motto. Yeah, retribution, but with inclusion. I'll send you the details on the mission. When you get there, we can begin. In the meantime, I must get back to my work. Hey, new kid, we've got that counseling appointment with Mr. Mackey. Meet us at the school as soon as you can. I'm so nervous. А, все, все-таки не договорились. Теперь этот класс проходит. Борцы за свободу теперь со мной. Freedom Pal?
То есть я тех своих больше не могу, да? Никуда. Стоп костюмов. Столько денег мне на это нужно. Как я должен 5000 набрать, учитывая, что я хочу еще и это все купить? Просто не представляю. You know, for a boy, you're kind of feminine, new kid. О, я могу засосать? Yeah, we're totally freedom pals. Woo! Сзади контейнер там где-то. That looks great. You gotta prove yourself before we can do that, new kid. А, понял. Ну, со станом мы, по-моему, еще не можем сделать. О, подожди. Астральный таран. А что это дает? По-моему, это вот такой вот был. Да-да-да. Классический резонатор способен пробить туннель в астральный мир. После этого тут начинает хаотично ждать сгустки внеземной энергии. Ну, кстати, за исцеление неплохо дает и крит. The new kid's got the best secret identity, because sometimes you can't even tell if he's a boy or a girl. Ну да, типа. О, типа 4 на 4 они тренируются, это прикольно. Так, ну тут ничего нет для меня. Может, меня потом научат каким-нибудь новым штукам, я не знаю. Так, ну вроде... Естественно, Мистерион со мной не будет фоткаться. Да, ну ладно. Слушайте, а на кухню я ходил? Да, да, я здесь все почистил. Капец, у Токен дом шикарный. Сразу видно, батя наркоторговец. Но мы его посадили. Дали немножко закона. Так. Well, well, well. Дом престарелых. Лол, у него задание в доме престарелых. И погнали, это как раз рядом. Я Black Man. Wait, that's the party vigilante. Here comes the new kid. Over here. All right, kid. This is a very important mission. Are you sure you're up to it? Well, come on. Let's go, Freedom Pals. We're here for the community service. Oh, wonderful, everyone. Some of the local children are here to sing for us. Блин, не успел их расписание посмотреть, но там что-то типа посмотреть в окно, короче, покушать. And it makes me smile. You suck! We're sorry, folks. This kid's new. I love to play my triangle goes. Boo! I love to play my mandolin goes. When I am sad, I love to hear my mandolin go. It cheers me up. And makes me smile. Get off the stage! Huh? I love to play my mandolin goes. I love to play my flugelhorn, my flugelhorn goes. Я в черном, все черные умеют играть на бас-гитаре, дайте мне бас-гитару. I love to play my flugelhorn goes. When I am sad, I love to hear my flugelhorn go. It cheers me up. Oh, yuck! It's disgusting. And it makes me smile. Как же тут тупо. Ох. Oh.
That's the kid! It's the farting vigilante from the news! Huh? That's the kid going around taking out all the drugs in town! The vigilante wants to take our Percocet! What? Ну чё, поехавшие, что ли? So many pissed off old people! Oh boy, we gotta get to the exit, fellow Freedom Pals! Ага, то есть драться с ними я буду бесконечно, потому что их просто сотни тысяч тут. I'm big again! Oh, fuck, what's he doing now? Achia! Good news, everybody, I'm shielded! Okay, bye! Oh boy, superheroes are so fun! Christ, it's my turn! Так, чё умеет Твик? Молния разносит врагов это в шок. Так, 100% гарантия потери веса, враг получает обморожение на два хода. Прикольно. Исцеляет кого-нибудь. Блин, давайте бабульку вот эту вот заморозим. Плюс я продвинулся как раз на клеточку. Так, мне нужно подальше отойти. Заморозить вот эту бабулю. I'm in a bad way. Bad news, villains. I'm a good guy now. Так, шампунь. Так, завтрак, потом висят в комнате, потом, блин. Потом они, короче, обедают целый час. Потом move around, это просто типа ходить туда-сюда на протяжении 3 часов. Потом у них ужин, потом помните меня 45 минут и в 9 часов они ложатся спать. Вот этот день. Так, пышный обстрел наступательного характера. Нет, своим союзником или врагом получая защиту. Вот, то прям, давайте деда уберем. Отсылочка к Mortal Kombat, я надеюсь, это была. Стоять, бабуля. So much pressure. Так, а кстати, я же могу кого-нибудь похилять, но... Ну, типа, только Баттерс тут рядом стоит, а его никто не задел, так что... Да, идут еще пенсионеры сзади. С ремешками. Так. А, я только вот так вот? Ну, блин. Ну, давайте сзади. Лазером хорошо. Главное просто продвинуться вперед, и там все. Еще пришли. Не-не-не, Баттерс, хватит кидать, блин, свои эти мешки. Ага, хаос уже не может встать. Ладно, давай на эту клетку, что ли. Now it's not nice to hit Gram-Gram, Polly. О, я почти дошел, кстати. Сразу троих. Вот это найс. You better not mess up my bingo hand. Hey, you leave him alone. Че, дурачи, пенсионеры будут ходить? Да не меня же развалят, ты чё хоть? Жесть какая-то. Просто забей. Так, а он может делать какой-то супер. По вообще по всем. Давай, расчищай путь. Так, сейчас он напьется кофе, я так понимаю. Да. Они крадут наши трусы. Блин, Твик реально топовый. Когда первую серию вот с ним увидел, с этими гномными трусами, я так ржал. А, он здесь в передозе, типа, от кофе валяется, лол. Ах, опять мешок.
на выход. Да я и так иду, как могу. Что ж делать, если меня не пускают? Ну мы хотя бы перед собой пару клеток освободили. О, спасибо. Кажется, с Твиком потеряли, но, блин. Ну и хрен бы с ним. Так, а что будет, если я шокирую? По-моему, ничего интересного. Так, вот этого давайте добьем, чтоб не мешал мне. Найс. Так, один уже есть. В принципе, Баттерс на следующем ходе встанет, на ту клетку встанет. И осталось только мне дойти. Ну, токен, походу, все. Точнее, не токен, говорю, этот. Твик, вроде уже все. Конец, получается, раз он там лежит. Ах, I'd forgotten how much I enjoyed corporal punishment. Так. Еще не могу я заморозить, блин. Давай лазер. Real nice one, new kid. Oh, here I go, guys. Make some room. Чуть-чуть не хватило. You kids today are so lazy. Look at that one, just lying there. Подожди, а что с ним? Что они с ним сделали? Да, все, трик мы потеряли. Почему не могу, блин, деда этого заморозить? Во, могу, могу, могу. Во. И Баттерс, я не понял, как крикнулся. Твик! И Твик такой мега грозный, готовый драться. Печать свободна. И новый 9 уровень. Эпическая ячейка. Красиво. Doc, this is Mysterion. We had some trouble, but the mission is complete. Nice work, everyone. New kid, congratulations. You're officially a member of Freedom Pals. You can join us tonight on our mission to the police station. We've ascertained that the police are being paid off by whoever's running crime in the city. That's right. We believe we'll find the answers to what's going on there. Welcome to the team, friend. We'll see you tonight. Довольно быстро вы мне все свои планы рассказали. Awesome, new kid. Attention all coon friends. Report to the coon lair. We know now what the Freedom Pals know. All coon friends to the coon lair. Great work, Buttlord. Блин, ну у них что-то реально как-то прикольней, что ли, было, чем у Картмана. Так, я что-то хотел посмотреть. Нет, точно не артефакт. А, что с этим? Да, да, уже доступно. Пойдемте тогда на сеанс психотерапии. Потому что у них уже давно проблемы в отношениях, нужно их как-то решать. Интересно, если я к ПК-директору снова зайду, смогу ли я обратно пол поменять? Уважаемый Пеппердин, ТЧК, мне очень понравился твой концерт на Земле, когда ты играл на треугольнике. ТЧК. Кстати, обычно, если ты с кем-то где-то подерешься, ты можешь вернуться потом назад в эту локацию и там послушаться с народом. Может быть, с ними тоже можно. Так, давайте, погнали. Твик и Крейг, ваши отношения нужно спасать. Кстати, они там что-то в енотограмме написали. Ну-ка. Ну-ка. Так, ты понимаешь, когда кто-то говорит, что собирается сделать что-то, и ты думаешь, что этому человеку можно верить. А он просто берет и не делает этого, и все, что он говорил, оказывается полной лажью. Ненавижу таких. Не делай из меня ничтожество, козел. Кто сказал, что ты про тебя думаешь, что все, что говорится, говорится только про тебя, потому что так и есть. Господи, чувак.
Мы бы надавали этим мальца по шее, если бы не их суперспособности. Вот у меня никаких суперспособностей до 40 лет не было. It is I, Professor Chaos. I have kind of a problem, new kid. You know those immigrant minions I hired? Well, I sort of can't pay them now because, you know, you kind of followed my plans, and so I didn't get paid, and, I had some pretty pissed off minions. Can you meet me at the bank? I'd really appreciate it. Chaos out! Okay, Whoa. New kid, apparently Tweak and Craig have agreed to some counseling together, okay? Да, could you meet us туда. At the school? Thank you. Я уже туда иду. Oh, hey, new kid, the boys and I are in the gymnasium, okay, for some therapy exercises. Can you meet us there, okay? Что они там делают? What? Ну, давайте поглядим. Hey, new kid, come on in and have a seat. Okay, apparently we're having a little quarrel, okay? Craig and Tweak have agreed to some counseling as long as you're present, new kid, okay? So, now, Craig, what do you want to say to Tweak? I think he has some stuff he should say to me. Okay, Tweak, you want to start, maybe? I have nothing to say if that's his attitude. Okay, well, maybe, new kid, maybe you should share some of your thoughts. Okay, well, this isn't really going that well. Okay, boys, I want to do an exercise with you. I have some kids here to help us out. When we're trying to have some therapy, the first thing we need to do is take out our resentments, okay? So, let's have our resentments come out. Come on over, resentment. Okay, and then in any relationship, we also have expectations, okay? Because expectations lead to resentment, which, of course, brings about accusations. Come on out, accusations, okay? And then that all, of course, leads to victimization and withdrawal. Now, you've got to learn to overcome all of these things, okay? Are you ready? Go fuck them up! There they are, right there, Tweak and Craig. Go beat the shit out of them! You too, new kid! Я же сказал. Но это было, в принципе, так очевидно. Окей, я готов. I mean, not literally, because I don't dance. Let's punch. Go nuts, new kid. Так, во-первых, электричество мы их развалил. Они так красиво втроем встали. Feels good, right? Prepare to meet the whirlwind. Ну давай заморозим этого. Time to chill out. Chill out, really? At least I'm fine, super dick. Good one. Блин, они сейчас ссорятся друг между другом во время боя. How can you be so deaf? Microaggression. Эй. Some revenge on that shit, oh yeah. Whoa, crap, no one likes victimization. Yeah. There it is, victimization's getting dirty. Oh, here we go with another accusation. Typical. Это последний ход. Тот, который должен быть заморожен. Дальше ход супер бей. Блин, другие хоть костюмы, супер Крейг просто букву S на себя. Супер Крейг? More like stupid Craig. Okay, Thunder Geek. Mega Palm Push. Expectations doesn't go down that easy. There's always more expectations. Я вас понял. You boys have to work together if you're gonna eliminate all of those expectations. Так, нам явно нужна помощь извне. He's right. We're only going to get rid of these expectations and everything else if we do it together. Craig. Может, у них теперь какой-нибудь супер будет? Где они вместе будут всякие штуки делать? Ну-ка. Лол! Круто! Let's fight in love! Блин, такая топовая песня. Ах, жалко, что ее так мало. Я всю версию послушал. Так и должно быть. Я теперь могу ходить куда хочу или что? That
That was beautiful, boys. Now fuck the rest of them up, okay? Да я просто хотел как бы на помощь позвать там. Так. А, я могу всех исцелить, либо Неда и Джима позвать. Не, ладно, я сам с ними расправлюсь. Просто хотелось быстрее ДБ закончить, но... Somebody wake me when it's my turn. Да я понял. Во, я просто по двоим сразу хотел. Да разбудите меня, когда охота закончится. I have needs too, you know. Damn it, who needs you, expectations? I can't read your mind. Так, давайте сейчас быстренько. Ошибаешься? Еще не бесит меня. Ах, не успел центрально ударить. Who needs to get punched the most? Прощай. I'm out of fuck tickets. Hey, I got rid of expectations. I'm up! I'm up! Here comes a shot! Какая-то у него странная атака, но двоих задел сразу. Here comes withdrawal. No one's gonna feel good after this. И я сейчас сразу лазернула. Nowhere to run, withdrawal, you bitch. Хороший психолог. Expectations is about to do something really unfair. This isn't fun anymore. Yo, I need a double espresso or four. Here I go. Триумф сердца и две анкеты и 17,5 баксов. Вот это хороший бы. Вот за каждый бы так награждали. Я был бы так. Okay, we'll just come back anytime you need counseling, okay? That's it. Thanks for all your help, new kid. Yeah, fuck you, expectations. Thanks, new kid. We have a lot of work to do, but I think we both want to do it now. Может, с родителями сразу сходить поселфиться? It's our laptop, Tweak. Ох, сразу-то хорошо. А дети так и будут валяться. Так, мне хочется знать, что там за артефакт. Артефакт и чертефакт. А это вот не для новой чи? Да, как раз на сатенчик сюда вместе с кулаком. 766 сил, трофей грандиоза, эмоциональный всплеск против обид, ожидания других ужасов. Здоровье, кстати, неплохо прибавляет. Прям вообще больше всего. Шикарно. Так, 95 так и было, 80. Ага. Ну и норм, как по мне. Ну и норм, все, раздел с делами. Теперь с мамашей можно будет пофоткаться. Ну как с их, с его. С Твиковской, по-моему. Больше она переживала. Так, ну давайте на этом тогда закончим. Увидимся в следующей серии. Пойдем дальше либо по основному квесту, либо я что-нибудь из дополнительных завершу. Вот, с вами был Джек, увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gta.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании. Субтитры